Я думаю, что востребованы профессии, связанные с услугами, оказание услуг населению. Они высокооплачиваемы, и люди сейчас больше обращаются за такими услугами, как репетиторы, косметологи, маникюр, педикюр, все, что связано со сферой обслуживания. Врач? Думаю, да. Потому что все люди болеют, всем нужна помощь. Но мне кажется, это самая такая гуманная и востребованная профессия. Требованная, наверное, продавец, психолог сейчас востребованная очень сильно. Фотомодель, режиссеры тоже довольно востребованная профессия. Что связано с торговлей? Потому что, ну, бросается в глаза, что везде торговля, торговля. Ну, люди стремятся к деньгам, думают, наверное, это много зарабатывает. Поэтому, думаю, нынешняя молодежь выбирает какие-то такие... Финансы, юриспруденция. Наверное, мастер маникюра и педикюра. На сегодняшний день востребованная профессия – инженер. Почему инженер? Потому что у нас нет профессионалов, техников. А чтобы наладить техническое производство, нужны техники, профессионалы. То есть у нас много экономистов, много юристов, много менеджеров, много всевозможных профессий, но именно инженерных у нас только училище. У нас, по-моему, в Крыму 2 или 3 университета только готовят. Офис-менеджеров много, бухгалтеров, экономистов, правовая сфера тоже. Фотограф. Всем нравится, когда у него красивые фотографии в соцсетях. Поэтому фотографы нужны. Ну, наверное, менеджер, если по молодежи сказать. Милиция, военная, прокуратура, ФСБ. Наверное, это самые популярные люди, наверное. Кроме них, наверное, сейчас никого больше нет. Ну, мне так кажется. Я думаю, врач-учитель. Это да. Потому что очень много юристов, экономистов. Но всем же надо давать работу, а работы столько нет. Вот это мое мнение. Я считаю, что самая востребованная профессия на сегодняшний день – это профессия журналиста. Потому что хороший журналист, он влияет на мнение общества.